сегодня своими руками мы будем смешивать Кока-Колу, Ментос и презерватив. Ну чё, поехали! Пошла жара. Ложим, кладем наш Ментос в наш кока-кольный презерватив. Ну, в принципе, эксперимент проходит удачно. Шарик надувается. Осталось только... Нахуя? Рекламу отрабатываем! Веселей, придурки! Здорово, щеглы! Сегодня своими руками будем готовить чебурчай! Делаем его по народному рецепту доктора Вжопова! Царствие ему небесное! Тонизирующий напиток, позволяющий быть бодрым 24 часа! Нам понадобится... Мисочка с теплой водой. Чай! Завариваем чай, пока водичка не превратится в чай. Одного пакетика мало. По своему вкусу можете посластить чаек. Чаечек мы заварили, теперь приступаем к самому главному. Это к чебуреку. А, горячий, прямо из атомного реактора. И ложим, кладем наш чебурек в наш чай. И расколдобениваем это все. Напиток энергетический не позволит вам расслабиться ни секунды. Кашлянуть будете бояться. Кашлянешь, на полгода анализы сдашь. О, блять, аромат. Напиток лечит катаракту, запор, чири, слепоту, способствует образованию их. Рецепт от сердца отрываю вам, даю. Даем настояться недели две, и можно принимать. Ароматный. Мир дому вашему, хорошего настроения. Ну, в принципе, попробуем. Вот чувствую, как бодрит мне, вот хорошо стало. В принципе, если вам рецепт понравился, ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Ну и так и далее. Хороший рецепт, блять, заебись. Вот там идет, сука. I have a pen, I have a apple. Завязывал бы ты с этой хуйней. Ебнись!